Здравствуйте, я Антонио Сантено, основатель канала Real Man Real Style. Сегодня я дам вам 5 советов, как приобрести качественные часы, а не подделку. Друзья, очень быстро. Я начну с истории. Однажды я купил 5 подделок. Около 10 лет назад я по делам ездил в Гонконг. И изучая город, я увидел лавку с часами. Меня пригласили к черному выходу. И нет, меня там не ограбили, но что-то вроде того. Потому что я потратил $500 за 5 часов, которые оказались подделкой. И по сей день я сохранил эти часы. У меня есть Breitling, пара Rolex'ов и Louis Vuitton. И я никогда не надевал их, потому что я нарушил пару своих правил. И по-быстрому. Первое правило – самообразование. Второе – понимайте истинную ценность. Третье – убедитесь, что вы под защитой покупателя. Четвертое. Убедитесь, что вы поняли ценообразование. И пятое. Получайте удовольствие от покупки. И если вы посмотрите на эти правила, я нарушил их, когда купил те часы на улице. Итак, рассмотрим немного больше деталей. Перед тем, как я начну, хочу сказать спасибо The Fifth Watches. Это реально крутая компания из Австралии, и у них убийственный Инстаграм. Я хочу, чтобы вы заглянули на их профиль. Эти ребята обратились ко мне. «Антонио, давай вместе создадим хорошее видео о часах». Я ответил, «Конечно». В ответ они прислали мне некоторые из их моделей. Они пришли в таких классных коробочках. Когда вы откроете ее, что я люблю в презентациях, ты получаешь подарки. Посмотрите на них. Красота. Эти часы представлены в 5 различных дизайнах. Все 5 вариаций доступны на сайте всего 5 дней в месяц. Запишитесь в их VIP-лист ожидания. Он открывается в каждый 5-й день месяца и доступен в течение 5 дней. Я знаю, что они делают ограниченное количество моделей. Некоторые часы разлетаются за несколько часов. Очень крутая компания. Я впечатлен качеством. И я ставлю их в пример. Друзья, если вы зашли на их сайт, напишите в комментариях. Я хочу узнать, какая модель вам понравилась. И напишите мне на почту, и в ответ я отправлю бесплатную копию моих трудов в PDF. В PDF-файле я раскрываю больше деталей. Я знаю, некоторые из вас, друзья, заинтересуются. Антонио, как я могу прочитать этот материал? Мог бы рассказать больше о часовом механизме? Мог бы ты рассказать о шестеренках и как определить качество? Эти вопросы я раскрываю в PDF. Итак, вернемся к советам. Первый шаг был самообразование. Без этого не обойтись. Когда вы пойдете за часами, вам нужно знать как можно больше о них. И это не так сложно, поверьте мне. В этой сфере создана целая индустрия, потому что мы любим часы. Имею в виду, что в них есть что-то, что делает их такими крутыми. Поэтому они становятся коллекционным предметом. Существуют целые форумы, посвященные часам. Сходу могу назвать вам сайты A Block to Watch. Можете заглянуть на Worn and Found, Watch to Seek, достаточно хороший форум. Также сайты, посвященные отдельным брендам. Если вы хотите купить Rolex или Breitling, какие-нибудь другие, вы сможете найти целые сайты. Я расскажу об этом в конце, почему это важно. Time Zone еще отличный сайт, но вы можете пользоваться оригинальными сайтами, о которых я говорил. Также посетите The Art of Manliness, Gentleman's Gazette, Premier Magazine. На этих сайтах сможете найти статьи про часы. Но вам нужно и получить удовольствие от часов. Вы можете зайти даже в ваш местный магазин или большой торговый центр. Поговорите с парнями, которые там работают. Вы можете найти собственного эксперта, который сможет дать вам информацию, который поможет вам. Также существуют журналы. Некоторые из вас, друзья, любят приобрести журнальчик раз в месяц. Я бы порекомендовал вам найти такой. И есть даже приложение на телефон. Оно называется WatchWheel. Создатели дают всю информацию о часах. Смысл в том, что вам нужно погрузиться в эту тему. Потому что когда вы обладаете информацией, когда вы понимаете, о чем идет речь, вы сможете сделать наиболее правильное решение. Пункт номер 2. Ценность. Почему я начал не со стоимости? Потому что я убежден, что истинная ценность часов заключается в том, как часто вы их носите, помноженная на то, как вы себя в них чувствуете, деленная на стоимость. Стоимость не самое главное. Я знаю, некоторые имеют ограниченный бюджет. У большинства он достаточен. Например, это подделка. Как часто, по-вашему, я носил эти роликсы? Ноль. Сколько я за них заплатил? $100. Мое ощущение в них, сколько я их надевал? Короче, ноль разделить на 100. Это полный провал.
против этих, которые я приобрел у The Fifth. Я достаточно хорошо себя в них чувствую. Купил по разумной цене, около $100. К тому же и хорошо выглядят. Мне уже говорили комплименты насчет них. Итак, ценность этих часов много выше всех подделок, которые я купил. Поэтому я хочу, чтобы вы задумались. Я бы предпочел накопить на те часы, которые вы хотите, купив которые вы будете часто надевать. Но убедитесь, что ценность тех часов, которые вы покупаете, достаточно. Переходим к третьему пункту – защита покупателя. Это действительно важно, особенно когда вы покупаете часы онлайн. Удостоверьтесь, что вы покупаете у продавца с хорошей репутацией, у уважаемой компании. Это две вещи, от которых будет толк. Когда вы покупаете у продавца с хорошей репутацией, если происходит повреждение товара во время доставки, если что-то произойдет и вы получите дефектные часы, вы можете прийти к решению этой проблемы. Когда дело доходит до гарантии, именно здесь важно иметь производителя, который стоит за тем, что он создает. Потому что если вы потратили 1000 или $500 на часы, вы хотите быть уверенными, что купили качественную вещь. Переходим к четвертому пункту. Знать ценообразование этих часов. Поймите, некоторые вещи находятся в собственном мире. В общем, цена до $250 для потребительских часов. Это часы для вида, чтобы вы их купили для красоты. И если они сломаются через несколько лет, вы не сильно расстроитесь, может и расстроитесь, но это небольшие вложения для большинства людей, которые знают толк в часах. До $1000. В этой категории находится большинство брендов, с которыми вам нужно быть аккуратными. Потому что некоторые часы действительно отличные, но другие не очень и продаются по такой же цене за счет лавров бренда. С цены до $10000 начинается роскошь. Тут вы услышите очень знакомые имена. Как Citizen, Breitling. Тут вам нужно убедиться, за что вы платите. Это мир роскошных часов. Свыше 10 тысяч ультра-роскошные часы. И, друзья, что влияет на цену? Очень часто эксклюзивность, материал. Некоторые часы украшены бриллиантами или сделаны из золота. Все это имеет значение. Также имя, наследие этих часов. Я не говорю о семейных реликвиях. Этому посвящено отдельное видео. Я скажу так, друзья. Моя позиция в том, что часы – это не инвестиции. Пункт номер 5. И, пожалуй, это самый важный. Покупайте те часы, от которых вы будете получать удовольствие, когда будете их носить. Я ношу эти часы от The Fifth Watches, и моя жена, хотя я ничего о них не говорил, посмотрела на них и сказала: «Красивые часы». Она обратила на них внимание, похвалила, и мы поговорили немного о них. И она удивилась, когда я сказал ей, что купил их всего за $100. Вот где обретается настоящая ценность. Очень важно найти те часы, которые вы захотите носить долгое время. Я наслаждаюсь. Я получил комплименты, даже когда поехал забирать детей с танцев. Это может стать началом разговора. Это то, что может поднять настроение. Если вы купили дорогущие роликсы или брайтлинги, загляните на форумы. Присоединитесь к форуму Citizen и получите удовольствие. Относитесь к своей покупке как к ключевому компоненту, а не просто к функциональной части. Но также нужно наслаждаться этой частью. Поэтому создайте свой гардероб и добавьте туда часы. На этом все, друзья. Надеюсь, вам помогут эти 5 советов. Все видео и информацию я размещаю на Real Man Real Style. Я оставлю ссылку на статью, где рассмотрены больше деталей. И, друзья, если вы перейдете на статью, вы сможете скачать PDF, о котором я упоминал. Я хотел бы прочесть в комментариях, какую модель часов вы выбрали. Одна у меня на руке – это белый с коричневым. Также у меня есть черные. Думаю, если вы большой фанат регби, эти часы вам отлично подойдут. Пишите в комментариях, переходите на сайт Real Man Real Style, напишите мне письмо. Я хочу удостовериться, что вы получили мой бесплатный PDF, в котором я рассказываю больше деталей, всякие тонкости про материал, бренд. Все, чтобы вы могли принять обоснованное решение о покупке. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.